があるから、представьте, пожалуйста. Гелен Николаевич, адвокат Фармана Джейрана. Сегодня что произошло на суде? На суде сегодня свое последнее слово сказал обвиняемый Фарман Джейрана, и судья объявил приговор. Она оправдала в одной статье, 247, и она приняла осудительный приговор по статье 180, это мошенничество. Это было очень неожиданно, потому что нет в деле хоть одного прямого доказательства, что Фарман Джейрана участвовал или мог участвовать в этом мошенничестве. Поэтому, естественно, мы будем обжаловать в апелляционном суде это решение и добиваться его оправдания. Фарман Джейрана во время, когда он говорил, он сказал, что он считает это политический суд. Как вы думаете? Мы не исключаем, что именно это и являлся причиной его осудительного приговора. Показательно, что и Фарману Джейрана, и Авкану Мухтарли дали один и тот же срок по 6 лет. И исходя из того, что тут доказательств практически не было, можно предполагать или даже утверждать, что действительно это был приговор с политической подоплекой. Вы вот думаете, да, обжаловать в суд? Да, Европейский суд, у вас есть намерение пойти до Европейский суд? Мы пока надеемся, что апелляционный суд будет принимать решение оправдательное. Но если нет, потом Верховный суд. И, конечно, мы дойдем до Страсбургского суда. Спасибо большое. Hörmətli kanalımız səhifəsinin izləyiciləri, qeyd edək ki, bu günlərim Gürcistanın paytaxtı Tbilisi şəhərində Lancet klinikasının təsisçisi Azərbaycanlı Fərman Ceyranlının məhkəmə prosesi keçirildi. Ona 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Fərman Ceyranlı bu həbsi qanunsuz hesab edir. O bildirir ki, onun siyasi siyasət ittihamdır bu. Canlı yayımızı davam edirik. Hal-hazırda biz bura Tbilisi məhkəməsidir. Gürcistan mətbuatına müsahibə verən Fərman Ceyranlının vəkilidir. Biz indi digər vəkillərlə də çalışacaq, danışaq. Digər vəkilləri də müsahibə versin. Bu isə prokurordur. Можно вы нам процессы? Русский не знаю. Gördüyünüz bu şəxs Fərman Ceyranlıya qarşı ittiham irəli sürmüş prokurordur. İttiham aktını o hazırlamışdı. O bildirdi ki, rus dilində bilmir, ona görə biz o danışmadı, bizlə danışmadı. Məhkəmə, Fərman Ceyranlı məhkəmə prosesi bu zalda baş tutdu. Yeah.